В ульяновских школах продолжают выдавать продуктовые наборы. Бесплатные продуктовые наборы предоставляются школьникам льготных категорий, детям из малообеспеченных и многодетных семей. Кроме них, продовольственные наборы получат школьники с ограниченными возможностями здоровья. Перечень продуктов, входящих в продовольственный набор, определен оператором питания на основании норм Санпина. Когда выдают пайки, мы получаем. И у нас получается, что вот очень помогает. Хорошие пайки, очень качественные и вкусные. И большую благодарность выражаем администрации Ульяновской области и губернатору. Макароны, рис, тушенка, рыбные консервы, сгущенка, печенье, кукурузные хлопья, сок. В наборе есть все, чтобы было полезно и вкусно. Только в 29-й школе предстоит выдать 163 продуктовых набора. Набор идет из расчета не на семью, а на каждого ребенка. Если учится несколько детей, выдается несколько наборов. Продовольственный набор собирается, исходя из той суммы каждого учебного дня. Если обед стоит 75 рублей и закладывается один день 75 рублей, сегодня мы выдаем на 10 учебных дней, и он стоит 750 рублей. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой выдача наборов проходит с соблюдением мер безопасности. Родители получают пайки после приглашения из школы. Выдача идет по графику, чтобы не допустить массового скопления людей. Социальная дистанция, выдача масок и перчаток, измерение температуры тела – все меры соблюдаются неукоснительно. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.